Представляю вам победителя тематического тура «Весна» творческого конкурса «Handmade» в категории «Одежда, обувь и аксессуары» Людмилу Павлову. Людмила живет и работает в городе Варшава, Польша. Она создает чудесные, неповторимые валеные головные уборы и аксессуары к ним. Людмила рассказывает: «Моя родина – Украина, красивая, многонациональная, богатая талантами страна. У нас с молоком матери впитывается любовь к рукоделию. И мой род Бог талантами не обделил. Правда, возможность заниматься творчеством у меня появилась совсем недавно. Когда я начинала валять, это было только для души. Потом начала делать вещи для родных и знакомых. Завела свою творческую страничку «Валяние для души», где начала выставлять работы, описывая больше свои чувства при изготовлении каждой вещи. Появились подписчики, начались первые заказы. Меня это стимулировало и подталкивало к самосовершенствованию, к повышению своих навыков и мастерства. Чтобы быть интересной и заметной в области валяния и не только, в любом рукоделии, ты должен иметь свой почерк, свою фишку, чтобы тебя узнавали. Чтобы этого добиться, без экспериментов и ежедневного труда не обойтись. Я начала изучать не только все связанное с валянием, но и маркетинг, рекламу, умение реализовать свои работы. Открыла свои первые интернет-магазины. Начали меня находить и забирать работы реальные магазины по продаже шляп, палантинов и так далее. Так мои работы начали свое большое путешествие по миру. Мои шляпы и аксессуары нашли своих хозяев и в Европе, и в Америке, и в бывших странах СНГ. Я делаю свои работы с учетом всех пожеланий клиентов. Вкладываю душу, тепло и позитивную энергетику в каждое изделие, сваленное мною. Люблю радовать клиента не только красиво и качественно сваленным изделием, но и маленькими сюрпризами, подарочками. Сначала проводила открытые мастер-классы среди своих знакомых. Потом начала снимать видео-мастер-классы, которые выставлены на моей YouTube-страничке. Мне приятно, что я смогла что-то новенькое привнести в валяние. Свою технологию валяния шерстяной деним, которая дает большущие возможности, новое веяние и расширение аудитории в области валяния. Мастер-класс по валянию картуза в этой технике пользуется большим спросом. Приглашаю всех желающих посетить мои творческие странички в Фейсбуке, Инстаграме, страничку на Ютубе, мои интернет-магазины. Все ссылки есть в описании этого ролика.